эти винтовки должны были стать основным личным оружием советской пехоты перед началом Великой Отечественной войны. Однако судьба оказалась к ним неблагосклонна. Им не удалось превзойти простую и надежную Мосинскую трехлинейку. Автоматические и самозарядные винтовки предвоенной поры в фильме «Оружие». Стремление к повышению скорострельности было главной причиной совершенствования штатных магазинных винтовок. Первые шаги в этом направлении были сделаны в начале 20-го столетия. Русско-японская война 1904-5 годов убедительно показала мощь массированного стрелкового огня, который обеспечивался групповым автоматическим оружием – пулеметами. Эти события послужили толчком, ускорившим развитие оружия индивидуального – скорострельных самозарядных винтовок. В годы Первой мировой войны автоматические скорострельные и самозарядные винтовки испытали в боях американские и французские солдаты. Из-за повышенного в сравнении с обычной магазинной винтовкой расхода боеприпасов, ими обычно вооружались младшие офицеры и наиболее меткие стрелки. Русский конструктор Владимир Федоров в 1916 году создал автомат, который на тот момент по совокупности боевых качеств не имел равных в мире. Им вооружили особую роту 189-го Измаильского пехотного полка, которая принимала участие в боях 1917 года на Румынском фронте. Образец Федорова назывался ружьем-пулеметом и был спроектирован под патрон калибра 6,5 мм. Эта конструкция во многом опередила свое время и положила начало созданию нового класса стрелкового оружия – штурмовой винтовки или автомата. Опыт Первой мировой войны показал, что самым приемлемым образцом индивидуального стрелкового оружия для армии является самозарядная винтовка. Стрелок, избавленный от необходимости перезаряжать оружие, получал больше времени для наблюдения за целью, по которой мог легко сделать один за другим несколько выстрелов. В начале 20-х годов руководство Красной Армии выдало техническое задание на проектирование новой автоматической винтовки под штатный патрон калибра 7,62 мм от Мосинской трехлинейки. К разработкам привлекались лучшие конструкторы. Использовался опыт прошлых лет. Но первые образцы оружия показали неудовлетворительные результаты. Неудачами закончились три последовательно проводившихся конкурса. Лишь в 1931 году Сергей Симонов создал винтовку, которая смогла успешно пройти полигонные и войсковые испытания. Симонов Сергей Гаврилович, конструктор стрелкового оружия, герой социалистического труда. Спроектировал ручной пулемет, автоматическую винтовку, противотанковое самозарядное ружье, самозарядный карабин. Винтовка Симонова могла вести одиночный и непрерывный огонь. Автоматизация процесса перезаряжания обеспечивалась за счет отвода части пороховых газов из ствола через газовую камеру с поршнем. Для повышения меткости и кучности боя конструктор установил дульный тормоз. В рукопашном бою использовался клинковый штык, который служил дополнительной опорой при автоматической стрельбе. В 1936 году винтовка была принята на вооружение Красной Армии. Автоматическая винтовка системы Симонова образца 1936 года АВС-36. Калибр 7,62 мм. Длина 126 сантиметров. Вес со штыком без патронов 4,5 килограмма. Емкость магазина 15 патронов. Прицельная дальность 1500 метров. Практическая скорострельность 25-40 выстрелов в минуту. Во время советско-японского конфликта на реке Халхин-Гол и советско-финской войны 1939-1940 годов симоновская винтовка применялась уже в боевых, а не полигонных условиях. Результаты разочаровали руководство Красной Армии. И оно приняло решение прекратить производство АВС-36.
Эффективность непрерывного огня из нее оказалась низкой. Боец был не в состоянии укротить сильно вздрагивающую после каждого выстрела винтовку, поэтому в цель попадало ничтожно малое количество пуль. От винтовок, способных вести огонь очередями, пришлось отказаться. Конечно, идея дать солдату оружие, способное выпустить сотни пуль в минуту, была очень заманчивой. Однако итогом были плохая устойчивость винтовки во время стрельбы и низкая меткость огня. Неоправданно высоким был расход боеприпасов. Быстро разогревался ствол, что снижало его живучесть. Все эти недостатки в той или иной степени были очевидны еще до реального боевого применения автоматической винтовки Симонова. Поэтому в 1938 году был объявлен новый конкурс. Теперь уже на создание самозарядного образца, механизмы которого работали бы автоматически, а огонь велся только одиночными выстрелами. Свои модели представили несколько оружейников. В результате испытаний победу одержал Федор Токарев. Токарев Федор Васильевич. Конструктор стрелкового оружия. Герой социалистического труда. Доктор технических наук. Годы жизни 1871-1968. Из донских казаков. Окончил казачье юнкерское училище. В годы Первой мировой войны служил в действующей армии. Затем работал на Сестрорецком и Тульском оружейных заводах. Автор конструкций автоматической винтовки, ручного пулемета, пистолета-пулемета, самозарядной винтовки, самозарядного пистолета. В 1939 году модель Токарева была принята на вооружение. Вскоре началось ее массовое производство сразу на двух оружейных заводах. Самозарядная винтовка системы Токарева образца 1938 года, СВТ-38. Калибр 7,62 мм. Длина 122,5 сантиметра. Вес со штыком без патронов 4,55 килограмма. Емкость магазина 10 патронов. Прицельная дальность 1500 метров. Практическая скорострельность 25 выстрелов в минуту. Первые партии самозарядных винтовок Токарева были немедленно отправлены в Карелию, где шла советско-финская война. СВТ-38 прошла проверку боем в экстремальных условиях. Боевые действия велись на пересеченной лесисто-болотистой местности с двухметровым снежным покровом при температурах воздуха до минус 40 градусов по Цельсию. Немедленно выявились серьезные недостатки СВТ. Громоздкость, большой вес, чувствительность к загрязнению и морозам. С учетом опыта боевых действий в ходе финской кампании, в конструкцию самозарядной винтовки Токарева были внесены изменения. Они были направлены на повышение надежности и упрощение производства. Модернизированная самозарядка под обозначением СВТ-40 была принята на вооружение в апреле 1940 года. Но, как и предыдущая модель, СВТ-40 оставалась чувствительной к загрязнению, а экстремальные температуры снижали ее боевые характеристики. Советские солдаты самозарядную винтовку Токарева недолюбливали. В отличие от Мосинской трехлинейки, она требовала бережного обращения и тщательного ухода. К сожалению, винтовка, принятая на вооружение в 1940 году и выпущенная к началу войны в количестве более миллиона экземпляров, не в полной мере была освоена нашими солдатами. И поэтому они зачастую просто забывали о том, что есть газовый регулятор, повернув который, произведя некоторые манипуляции, можно, в общем-то, заставить винтовку стрелять даже и в таких сложных условиях, при сильном даже загрязнении. И были случаи, когда от этой винтовки отказывались, зачастую даже бросали. В той же Германии, нашем противнике, солдаты в какой-то степени даже любили эту винтовку. Она была принята на вооружение в Германии, трофейная винтовка, и часто использовалась в больших количествах. И последний момент, о котором тоже следует упомянуть, в Германии
механизм этой винтовки, вот сам газовый двигатель, так называемый, да, был принят для немецкого образца, он назывался К-43, это самозарядный карабин образца 1943 года, который в Германии выпускался достаточно много и активно использовался с осени 43-го года. Самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года стала вторым по массовости видом стрелкового оружия, с которым Красная Армия вступила в Великую Отечественную войну. За 1941-1942 годы было выпущено более 1 300 000 винтовок СВТ-40 и около 50 тысяч экземпляров снайперской модификации. Крупносерийное производство самозарядной винтовки Токарева было свернуто в конце 1942 года. Как ни странно, самые лестные оценки советские автоматические самозарядные винтовки получили в войсках противника. Немецкие солдаты предпочитали захваченные на советских складах на начальном этапе войны СВТ и АВС своим самозарядным винтовкам Г-3. Несколько дивизий вермахта были вооружены трофейными винтовками Токарева. В руках аккуратных бойцов это было надежное и очень эффективное оружие. После окончания Второй мировой войны СВТ-40 длительное время оставалось на вооружении армии Финляндии. СВТ, наряду с автоматом Федорова, можно назвать одним из предков современных штурмовых винтовок. Многие идеи Токарева впоследствии были использованы при создании германского штурмгевера и советского автомата Калашникова. Об этом в следующих фильмах «Оружие».